Сегодня я вам хочу рассказать о процедуре биотатуажа. Это очень популярная процедура среди современных женщин. Это окрашивание бровей хной. Сегодня на примере нашей модели я вам покажу, как подобрать правильный цвет и форму бровей. Наша модель блондинка по цветотипу весна, поэтому для нее больше всего будет подходить среднекоричневый цвет бровей. И, соответственно, форму мы подберем под ее форму лица. Процедура биотатуажа подходит практически всем женщинам и не имеет противопоказаний. Также ее рекомендуется для беременных девушек. Особенно она подходит для девушек, у которых светлые волосы и очень редкие. Процедура биотатуажа является очень практичной, поскольку сохраняет свой результат на 2 недели. Я вам рекомендую процедуру биотатуажа, поскольку она является очень практичной, не имеет противопоказаний и является мечтой любой девушки – проснуться с макияжем бровей, не тратя на это время.